Хорошее пиво. Тим, что за паста? Альфредо? Тим. Ну, паста Альфредо неплохая. Спагетти альденте. Соус неплохой. Греночки чесночные. Для ребенка самое оно. Пармезаном. Ну как осьминог? Я просто люблю цитрусы, поэтому. Да я говорю, он не сочетается с цитрусовым. Больше пряные вкусы, чесночные, чимичури может быть подойдет. Да плюс гарнир должен. Че толку от этого осьминога? Ладно, давай мясо. Вот тостер запеченные, неплохо. Пиво неплохое. Цезарь, ничего особенного. Покупной соус. Паста неплохая. Попросили прожарку медиум. Сами видите, какая прожарка. Ну, то есть там well done. Medium well, переходящий well done. Вот так вот у них. Какая получится называется. А хотя спрашиваю, какую прожарку? Мы сказали, ну, естественно, медиум. Ну, а зачем тогда спрашивать? Шримпы, ну, так себе, как будто уже давно жареные и просто подогретые. Ничего особенного. Мы решили повторить. Теперь маргарита. Ну, как она? Обалденно. Ну, я решил дубль, что-то не понравилось это пиво. Но минут 15-20 сидим, у нас тарелки никто не убирает пустые. Вон и бокалы. Поэтому, как бы, уже минусик есть. Как бы, обслуга здесь, походу, чисто барная. Цезарь. Да, и цезарь, кстати, без курицы. Такое бывает? Вообще классический просто... цезарь, да. Не знаю. В Тихуане он слышал, что в Тихуане был вот этот рецепт создан без курицы. Вот гренки были, салат и все. Это потом узнать и добавлять. А тебе понравилось? Нет. Еда здесь? Нет. Креветки понравились? Нет. А паста? Френч-фрайз. Да? Это сок. Френч-фрайз. Ладно, а сок понравился тебе? А сок понравился. Ну ладно, будем тоже иметь в виду.